Всем доброе утро. 12 градусов тепла. Батареи, кстати, тоже уменьшили. Сегодня было ночью, мне как-то вообще некомфортно спать. Я просыпалась почти полночи, да, наверное, часов до 4 нормально не спала. Не знаю почему. Девчонки писали мне, что я сядь ровно, пожалуйста, надо отдыхать, поспать целый день. Но мой организм, я так понимаю, он разучился спать правильно. Так, у Яры у нас оладушки, ничего не уменьшилось. Кто-то написал из девочек, что сырники уменьшились. Нет, не уменьшились, просто в связи с моим состоянием где-то что-то. И, ну, иногда бывает разнообразие, конечно, тоже, в зависимости от того, что Яра ест. Сегодня вот у нас пока еще оладьи. А. Мама, пекла. Да, баба пекла. Давай, ешь. Сейчас у тебя будет это занятие уже с логопедом. Ешь быстренько. Дер, завтракаем. Я себе налила кофе, творожный сыр. Не знаю, насколько я буду его сейчас сколько есть. Но радует меня. Алушка, меня радует одно в моем состоянии. Что я сейчас сбросила вот эти дни, практически вообще ничего не ела. Практически 5 килограмм просто гоп. У меня укатались мои лишние, которые... Ну, живот, попа. Вот. Так что вот так вот. Вчерашний вечер уже не снимали. Вчера вечером было нам весело. Да, Яра? Поэтому... Сейчас, надеюсь, день будет другой. Много. Что у тебя здесь царапина? Что утро? Давай ешь. Что? Баба. Потому что баба же не будет теперь здесь жить. Бабе тоже есть своя жизнь. У тебя своя. Ты же не можешь сутками теперь просто с бабой развлекаться и все, ничем не заниматься. Ни уроки, ничего. Так тоже не бывает. Не бывает. Мне надо еще делать. Я вчера ни фильм не смонтировала. Мне надо лыжи. Ну, то есть, как бы не лыжи, мне надо для своей группы. У нас ждет пост. У меня еще мой пост. У меня два поста надо сейчас делать. Работы дофига. Но я вот эти дни вчера немножко восстанавливалась. Конечно, еще слабость есть. Поэтому, надеюсь, сейчас кофе попью. Буду потихоньку тоже приходить в себя уже. Надо двигаться дальше. Надо дальше комнату заканчивать, Яськину. Давай, давай. Потом еще, да, Миркину комнату там надо делать. Поэтому у нас дел с тобой очень много. Твою комнату потом тоже надо решать с мебелью и ставить уже мебель. Папа завтра придет, сделает лампу, закончит, плинтус приклеит. Линолеум положить. И мы смотрели вот потом ковролин какой-то могут выбрать. Ну да, ковролин для колен это не самый лучший вариант. Но посмотрим. Что-нибудь будем думать. Давай кушай. Ну, сегодня почти целый день прошел. Я за работой села. Я рано в кухне. Сегодня опять плакала, опять кричала, опять истерика. Вчера истерика. Вчера я не знаю, сколько у нас часов это продолжалось. Сегодня вот тоже. Но он позанимался с логопедом, все. А я хотела помыть окна. Посмотрите, какой дождь там льет. Я даже не знаю смысл сейчас этот. Я думаю, что вообще нет. Только если чисто грязь помыть. Ну, да, думаю, бессмысленно. Сейчас Сима прискочит вот. Хотя батарея сейчас отключить. А, надо сегодня посмотреть, я с батареей покрашу. Срезать пену надо лишнюю. Ну, это может уже Андрей пускай делает. И, я так думаю, она высохла. Ну да, потому что здесь уже Сима пыталась ее все свинтить. Сима, батарея теплая и слегка, она уже прячется. Спит около батареи, мерзнет. Немножко дома температура упала. А я делала, монтировала ролик.
Ой, посидела. Сейчас буду заниматься тоже пока потихоньку. Еще все равно пока не до конца не отошла, не пришла. Сегодня какое число у меня? 25-е. Покажу вам маленький кусочек своей работы. О! О! Красота идет, говорю же сейчас. Почему ты не крутишься? Он чуть не тянет здесь. Ну, бывает. Ладно, его можно посмотреть на влоге. Кстати, какая милая красавица. Ну, ну красотка же. Тетенька, да, взрослая? Даже себе не могу уже узнать. Ай, зачем ты на свечку пишется? Вот. Пойду сейчас Ярику я суп уже кладу. А себе сейчас чуть попозже смонтировала два ролика за сегодня. Я 3 дня... Сколько я не заходила, 2 дня точно. Ну, короче говоря, как сейчас посмотреть, я даже уже не помню, 21-го, с 21-го на 22-го я заболела, 22-го, 23-го я просто валялась. Вчера я более-менее немножко в себя приходила. Вот сегодня уже более, еще лучше, хоть, по крайней мере, нет такой слабости, не потею, как лось, и нет такой какой-то вот прям усталости непонятной. Но... Все закроем. Это звук играет мои ударники. В общем, звук, как я понимаю, у меня просто из-за вот этого волны играет. Кто уже пошел сюда? Но хочу что сказать. Мила похудела на 5 килограмм. Представляете, я за 3 дня 5 килограмм сбросила с себя. Ох, жира. Правда, сейчас теперь надо будет, эта вся кожа будет виснуть, как лосяка. Ну, что делать? Просто я, знаете, я в шоке, но я сказала, что все, заканчиваю, я больше не буду. Есть, конечно, вариант, у нас иногда Андрей отвечает на комментарии, но для себя я решила, что никому не буду больше оправдываться, ни перед кем не буду ничего, потому что комментарии меня прям настолько порадовали, что в итоге уже девчонки накрутили там. Друг с тебя почитала, я в шоке была, я говорю, мне 2 дня, я вставать не могла. У меня бабуля сидела с Яской практически, второй день Андрей пришел, он пока спал, пока туда-сюда, но, в общем-то, тоже так же был день пройден. Мы не с логопедом, ничего, я просто валялась. Вчера, говорю, только где-то днем я поднялась, вот мы проехали Леруа, потому что я поняла, что мне надо вставать, и пока с Андреем пойти, выйти, хотя бы силы набираться. Ужас. Что-то там уже друг с другом, уже друг другу, ну, придумывали, понарассказывали, друг другу там попересорились, меня приплели уже, что я уже там кем-то за кем-то. Мои, ну, короче говоря, честно говоря, я на ком в полнейшем шоке от этих комментариев. Но я поняла одно, я для себя сделала вывод, да, вот этих людей, кто на самом деле теперь показали полностью свое лицо, понимаю, что смысла больше спорить с ними нету, нету смысла с ними... что-то объяснять, что-то показывать, что-то рассказывать. Даже приплели, что якобы там мои головные, то есть друг другу начали уже про мои головные боли, там еще что-то. Дай Бог, чтобы у вас не было этих головных болей. Честно, единственное могу сказать. Больше ничего не хочу говорить. Дай Бог, чтобы это был не ваш вариант.
И по поводу вот этого, что здесь я накрутила, навертела. Во-первых, не я крутила, не я вертела. Изначально можно было бы послушать, если бы кто-то слушал бы. А здесь было сделано у нас окно неправильно. Когда мы вставляли окна эти, нам неправильно их посчитали. И был совсем другой размер. Мы их потом, когда пришли устанавливать, установщик отказался устанавливать, потому что он не мог установить, грубо говоря, здесь вот эти большие откосы, и надо было ему резать. В итоге компания, которая должна была устанавливать, они отказались тоже, потому что сами окна были другого размера. Мы их хорошо, единственное, что наша была очень такая большая, ну не то что ошибка, а наша был положительный опыт, но мы тогда только приехали, мы всего вообще не знали всех вот этих подвохов, да, как то, что здесь разные компании, в общем, нюансов жизни в России. И мы оставили окна, мы их не отдали сразу. И поэтому потом это та компания, которая вырезала эти окна, оказывается, она много-много короче говоря, она обанкротилась. И нам никто не решил, окна не будет менять. В итоге нам никто не собирался привозить новые окна. И потом, поэтому их просто потом подгоняли. Он их ставил, уже приехали ребята другие опять. То есть мы потеряли деньги тогда на установке, потому что мы заплатили за монтаж, чтобы их готовили на установку. И когда он пришел, нам делал, он нам туда вот так вот как смог только здесь запенить. Но здесь невозможно шпаклевать. Я бы тоже с удовольствием здесь зашпаклевала. Здесь шпаклевать невозможно. Понятно, что когда-то оно, может быть, там рухнет что-то. Но по-другому там не получается, потому что если я зашпаклею, то я не смогу даже, я тоже пыталась поэтому снять, начала шпаклевку, потом буду выравнивать, но если здесь шпаклевку положить, она высохнет, и тогда вот эта штучка элементарно. Поэтому не надо, извините меня, в прямом смысле слова, крякать и какие-то глупости какими-то высказками, там, знаете, с такими подъебышами меня высказывать по поводу, что я не пенила здесь ничего, но здесь вот эта штука. Сейчас я не буду ее вытаскивать, можно посмотреть в других роликах, она есть. Она вставляется в пазы, вот эти все, они вставляются в пазы, их просто так не прилепляют, если кто-то знает. А если не знает, ну, рот открываете, хрен с вами, просто говорю, я буду точно так же с вами, вашим языком. Ну, последний раз. Поэтому я просто решила оставить все на, ну, на пену, клеить обои, я поняла, что то есть, там не получается, как бы я не хотела шпаклевать, там нереально. Если я начну шпаклевать, я потом элементарно не смогу даже поставить откос этот обратно на место. Поэтому я как бы поставила откос и не стала туда обои клеить, как есть. Когда-то в будущем, возможно, будет что-то. Но это был косяк именно, как, ну, 10 лет уже стоит. Нет, какой 10 лет? 5 лет, сколько мы тут, когда квартиру вот купили, стали делать. Извините меня, написать вот такие глупости, гадости. Чемодан, чемодан, ну что это? Ну что это? Причем, что те люди, которые вроде были адекватными, становятся полностью неадекватными, поэтому... Ой, ладно. Сейчас просто прочитаю этот комментарий, который у меня, ну это я говорю, я сегодня добралась до этих комментариев, и я была просто в шоке, в таком шоке, господи, кто что-то только здесь не написал, что только здесь не придумывал, короче говоря, выложили все свое недовольство, выложили все свои, господи Иисусе, с восклицательным знаком, как еще по-другому, над окном пена была не зашпаклевана, налепила прямо на неровность пены и говорит, что бугрится там. Ха-ха-ха, неровно. Надо же, какая неожиданность. Ну вот, честно говоря, сказать, что человек с проблемой в голове, извините, вы скажете, что мило хамит. А, кто там шпаклевал? Кто там вену клал? А, я до этого уже эту тему вот это уже рассказывала про то, что в окно здесь такая проблема. Просто одной делать ремонт очень тяжело, не довыравнивая пены. Я пену выравнивала. Я рассказывала про пену. О чем вы? Пену всегда надо закрыть шпаклевкой. Даже если пластиковые оконные откосы, пена под ними должна быть обрезана аккуратно и замазана. Иначе она под воздействием воздуха опесляется и со временем превращается в труху. Но клеить бумагу на эти пенные бугры, даже не обрезанные, и да, я ни разу не строитель, если этот ремонт для контента, я еще пойму, а иначе, но, наверное, головные боли дают себя знать. Ну, наверное, ваши головные боли, Ольга, дают вам реально о себе знать. Если человек не строитель, то, извините меня, полнейшая тупица, можно так сказать. Давайте тогда будем разговаривать на вашем языке.
Уж лучше просто рот закройте и больше не пишите такой херни, которая мне сюда. Пожалуйста. Или просто можно было по-человечески спросить. Когда потом говорит, Мила, почему ты хамишь, и как можно было? Эту тему я 155 раз рассказывала во всех влогах про этот косяк, который это не кто-то сейчас не делал, и ремонт этот не делал. Чтобы здесь меня подкалывать, какие-то гадости писать, ладно? Ладно. Я в сегодняшнем блоге написала, кто такие хейтеры, можете перелистать, этот блог будет немножко позже. А тот блог вышел, ой, я как и думала, уф. Что это? Я погрела рис, и мне прям мутит. Мне даже этот запах мутит. Как мне быть? Я рвала кушать. Подкалывать меня какими-то головными болями или еще что-то. Это вообще, считаю, очень низкая, знаете, позиция, политика человека, убогого человека. Но я больше не буду обсуждать, я не буду уподобляться вам и вашему поведению, и вашему интеллекту. Так что не буду больше какие-то объяснения давать. Это было последнее, как говорится, я надеюсь, ну, на свою адекватность. По мере того, что насколько я смогу, да, но наша жизнь, я буду показывать нашу жизнь. Никаких закрытий канала не дождетесь, ни закрытий комментариев. Я с вами попрощаюсь. Пойдете создавать свои каналы со своими комментариями. Ладно, девчонки, не знаю, я все нормальными. Давайте пообщаться с нормальными людьми, да, а те, которые с бабахами больными, пускай живут своей жизнью. Я не знаю, что мне делать, что вообще у меня. Мне прям опять тошнотой, не хочется кушать. Ну, вроде меня как бы крутит живот, что надо кушать, начинать. А в то же время какая-то тошнота. Я не знаю, что это. То ли это какой-то кишечный грипп непонятный. Яр, давай обедать, пожалуйста. Яра, супчик. Хотя я расхомячил сейчас два банана, да, почти? А сейчас скажешь, я не хочу суп. Кто бы сомневался в тебе? Дайте шоколаду. Две минуты еще, пока постараюсь кушать. Помню, вообще меня очень улыбнуло, как там девочки сами меня с кем-то опять начали сравнивать. Сами выписали все эти каналы, названия. Но повторюсь, все каналы, которые были написаны, ничего против не имею. Но на эти каналы они также позволяют обсуждать мою семью, приветствуют, лайкают, даже комментируют, поддерживают комментаторов по поводу меня, моей семьи. Поэтому ничего не вижу, чтобы оставить переписку. Я уже это говорила раньше, хотя я раньше всегда придерживалась. Ну, надо, люди должны менять свое мнение, надо учиться, правильно говорить, менять свое мнение. Но сам факт, что сами написали, сами придумали, сами раскрутили эти там, я не знаю, сколько там этих я залезла, там даже страшно было смотреть, сколько этих читать, естественно, уже невозможно было. Сами же обвинили, еще причем, что если вы занимаетесь перепиской с одного профиля на другого, типа, что я сама себе там комментарии уже пишу, нам придумывали, господи, господи, девчонки, вам на самом деле делать нечем. С одного профиля заходить на другой профиль, перезаписывать, я этим не занимаюсь, честно, у меня есть мой канал, есть которые комментарии и, ну, типа профиль, с которого я могу писать. Мне не обязательно сидеть и что-то выдумывать. А мое мнение вы всегда знаете. Так, ладно, я пошла дальше делать. Поставила фильм. И опять с этим комментарий прилетел. Я не понимаю, честно, вот, девчонки, я просто вот сижу и вроде не хочу ввязываться, да, но сам факт мне интересен вот этого, ну, я не знаю, о чем люди думают. Вот смотрите, то есть человек отмечает
на злобный комментарий, да, то есть как бы слава богу, что вы не стали врачом, вы такой бред несете, пирожные должен печь пирожник, а сапоги точить сапожник, ты домохозяйка, голова болеть перестанет, займись около устройством дома. Ну, в общем, это переписка. Человек ей что-то пишет, что матросова, вы не удовлетворены с жизнью, что ли? Успокойтесь, займитесь своими делами. Весна, вылезли злобные тетки. То есть, значит, как только человек, я уже обратилась, пишет мне в поддержку, тут же подскажите, что это не хейтеры, скажите, что это адекватные люди, а не с больными, на самом деле, проблемами с головой. Я заметила, что на вас весна действует, пора вам переходить на психотропные. То есть, типа, Матросова считает, что это опять я. Вы серьезно? Вы считаете, что мне вот здесь сидеть нечего из одного на другое? Я так думаю, что вот это вам так нравится, потому что вы заходите иногда на одних каналах, я замечаю, что пишите там, типа, когда каналы плохо развиваются, вы там катаете, строчите добрые комментарии, а потом начинаете здесь писать хамство. Я понимаю, что мы разный уровень у нас, то есть я занимаюсь ребенком, там не занимаются ребенком, там занимаются благоустройством квартиры, здесь не занимаются. Там целый день драют полы, здесь не драют полы, здесь хватает два раза помыть, или один раз. И вот это начинается, то есть это, я так понимаю, что это просто сфабрикованные профиля, так что ли получается, да? То есть вы свое переваливаете на... Поэтому я говорю, что я все, я так это, я очухалась, думаю, так, хватает с меня. В эти игры весенние, честно, я не играю. Меня увольте. Я не занимаюсь такой ерундой, девчонки, если серьезно, создавать с одного профиля, скакать на другой, переписывать. Я так думаю, что раз вы это говорите, пишете, значит, вы сами этим занимаетесь. А громче всех орет, держите вора. Знаете же кто? Сам вор. А мы пошли делать. Правда, я сейчас сижу, пока думаю, что я буду делать. У меня батарея чистая, может быть, я ее туда. То есть мне сейчас на данный момент остается приклеить пластинку здесь, приклеить вот здесь. Вот. И посмотрим потом. Сюда есть кусочек маленький сейчас. А потом будет дальше. Ну, это обои потом я уже разведу, клей, чтобы разом. И вот этот линолеум, там надо помыть. Он пока тоже вернется на свое место. Я так думаю. То есть... Так. Не вернется, надо мыть. Пойду в ванну его замачивать. Объясните мне, что мешало этому ребенку? Ты вот упал сегодня, смотрите, как. Старапался вот здесь вот. Плакал, орал, упал. И поцарапал себе всю спину. Что ему мешало этому ребенку вчера спокойно вот так вот сидеть, играть самому? Это, представляете, какой здесь был галдеж бесконечный. Бабуля пытается его перекричать, он бабулю. Они друг другу что-то там высказываются, разговаривают друг за друга. Дождь льет вообще, конечно, пипец какой. Угу. Сегодня проорали, все, теперь хорошо. У меня мальчик играет в Майнкрафт. Играет хорошо. Конечно, надо было уроки, но... Собака? Не знаю, охраняет что-то, наверное. Посмотри, я не знаю, это новый уровень игр. Зайти не можешь? Может быть, там что-то значит надо. Ну как, готовы? Сейчас покажу. Ну, правда, это еще такой вариант. Но мне он уже нравится. Он просто... слегка... Еще надо будет еще раз красить, конечно. Нравится? Ну я орала, весь разбитый уже. Аккуратно. Ударился. Ой, так что вот такая красота. Сим, ну что ты там закапываешь? Это краска. Сим, уходи. Просто я пока первый слой положила. Сейчас буду второй слой класть. Мне уже нравится. Говори. Ударился. Проговаривай. Ты меня Юра ругает со мной. Давай. Ударился. Симптоми, пожалуйста.
там краска. Сейчас я второй раз покрашу. Что мешает, мы будем убирать, конечно, сейчас уже скоро. Семь. Раньше она прям сразу прыгала, сейчас боится. Боишься? Ну иди. Ну хорошо, не пущу тебя. Держится. Ай, ну только не щиплись. Ну сейчас вас приклею плинтуса, я их приготовила. А завтра Андрей закончит вот этот. Сейчас буду смотреть. Все-таки маханула я краской. Сейчас белый закрашу. Что? Ну, целый день еще надо с детенышем. Мило-медленно, да еще быстро. Плюсом ко всему к моим сосудам, голова. Яр, я пока ничего, давай не будем сейчас ничего планировать. Мы ничего не знаем пока, мы еще пока в процессе, пожалуйста. У нас пока все в процессе, будем по ходу решать. Давай так. Еще потолок. Все, что я обратила внимание, я хотела сегодня начать. Я просто обратила внимание, что вообще конкретно криво. И сейчас, если большую лампу повесить, то она будет еще кривее. Так что я быстрее всего сейчас диагонали вымерю, выставлю. А завтра это надо будет открывать. И только после этого, наверное, быстрее всего лепить, потому что явно лампа не посередине и не очень красиво. Мне кажется, все-таки лампа должна быть посреди комнаты. И так вот я экранный говорю, что что такого здесь подумаешь? Правда, уже маханула, торопилась, Яська позвала и немножко опять маханула. Ладно, потом я там возьму белую краску, аккуратненько подкрашу. А, получается, вот так вот и крашешь, и с ребенком заниматься. Сейчас возьму тонкую кисточку, докрашу чуть-чуть вот эту перекладку. Здесь я уже покрасила, пока она подсыхает, батарейка. И только внутренняя часть. Но внутреннюю часть я потом подкрашу уже, когда... Ну, совсем, потому что здесь краски я что-то мало развела. Но, думаю, хватит там внутреннюю часть прокрасить. Чуть-чуть пойдет. Сейчас самое основное, чтобы было у меня вот здесь все прокрашено. Вот, и приходится туда-сюда бегать. И занятия у Ярослава делает, и я здесь работаю. Рассказываю свои мысли. Я. Сима в шоке. Что? Что? Красиво? Ну, давай, что там с эмоциями? Чего? Какая сумма? Кто учил тебя? В смысле, ремонт? Жизнь. А. Плинтуса? Да я все первый раз делала. Только в обои, правда, клеила уже. А так плинтуса первый раз. Видите, тоже вот. Ну, сейчас учусь. Так, кто-то там, по-моему, пошел лазить. Сима. Сима, кстати, постель переворачивает. Куда ты опять пошла? Выходи. Брысь. А что ты получишь? Я здесь уже инструментами заложила, чтобы она не лезла к Мильке.
Давай по музыку громче. Да посильней. Сделай, как мышка просит. Мяу-мяу. Что? Что? Куда? Не понял, завтра что утром? Продолжать? Ну, конечно. Сейчас я еще кое-что сделаю. Конечно, продолжу. Мурчалкину морду вам в камеру. Мурчалки. Со мной рядом. Да, все. Все мы сделаем, сейчас она должна подсохнуть, покусить. Все, не надо ничего звонить никому. Яр. Уже отдыхать, спать, я тоже закончила. Пускай сохнет. Закрылась, все главное. И закрыла, и все, лапы закрыла, лед, я говорю. Кто так сладко спит? Сима так сладко спит. Мою Симу сладко спит, мое солнце. Ну хорошо, я сейчас не трогаю, я просто пришла за камерой, чтобы взять телефон, пойти немножко поесть. И взяла здесь отдыхать. Сейчас я тебе выключу свет, чтобы тебе не мешало. Да, здесь темно, темно. Ну я тебя не трогаю, хорошо, не нервничай, все. Хорошо, я тебя не трогаю, не трогаю, не трогаю. Все, всем огромное спасибо, спасибо, что вы с нами. Что смотрите наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока.